Здравствуйте. Сегодня пришла и моя жена была такая вот просторная природа, свежайшая, дикая природа. Саня дует мотором, а? Там хорош, пока не подводил. Ну там на устье немножко там туда-сюда ходили. Это ничего. А так вот, в общем, в основном все нормально. Сейчас будем идти где-то к Европе. Идем туда. Такая хорошая природа, такой хороший вид, погода отличная, облака есть, но дождя нет пока. Вот так вот на дном, все зеленое. Лето, разгар лета, ветер, насекомых почти нету, машкара есть, конечно, но не так уж сильно терпимо. Так, дорожку возьму, чтоб не стало. Наверное, пару килограммов бросим. Ну ничего, на здоровье ходить надо все равно. Так, все. Сейчас будем кидать блесну. Какую поставим приманку? Мэп, циклоп. Двойка. 17 грамм. Ну-ка, ловись, рыбка большая. Щуки нету. Нет рыбы, что ли? Yes, попался в плаце. Мы поймали язя. Ах ты. Совсем на бровке стояла, кажется. Вот он, красавчик. Один есть там, вот, да, ядро. Потихоньку, по берегу. Еще по берегу надо идти. Наверное, поймается. Во-во-во. Я тоже хочу, чтобы...
Молодец. Ты надеюсь, да? Кровавый сетарик. Буйок, я сегодня не сыграю. Эти были хайир камга маныкна. Резко постишь калыгин хэп. А тебя были сюда кич. Ай, бетта калыни. Ай, ай. Я тебе не буду мешать. Курочок, конечно. А, я с берега попробую. Барбарис! Ой, как вот Алла! Сошел! Сход не потек как следует. Ок, и не надо. Бар, да? Молодец, молодец. О, барбар, тохта, сейчас. А, тохта, тут туда турник. Эри, тут антурар, блин, сейчас подойду. Во-во-во, чиник тахар. Тахар-тахар. О, ящ хороший, ящ. О, какой большой. Подожди. О, молодец. Молодец. Вот он. С первым ловом. Да, держи. Пока урти не ладо, а. Ур, он на мантан тут. Мантан. Так, первая рыба. Нормально. О! Барбара Никитична, поздравим с первым уловом. Алло, Никита. Она очень рада. Первый ясь. Хороший.